Губернатор Михаил Развожаев дал указания подчиненным после встречи с министром здравоохранения России. Итоги двухдневного рабочего визита Михаила Мурашко в Севастополь обсудили на аппаратном совещании в городском правительстве в понедельник, 4 марта. Виталий Степанович, прошу все это осмыслить, отдельно, так сказать, поговорим потом. Особенно вот здесь, Александр Ильич, в контексте схемы размещения, да, объектов по генплану. Ну, потому что здесь действительно модели мы прорабатывали, обсуждали, но с учетом замечаний, которые были сделаны, либо там предложений, надо еще раз посмотреть. У нас понятный прогноз развития города, и мы четко должны понимать, что, как у нас все это закрывается, где какие объекты должны быть предусмотрены. Михаил Развожаев подчеркнул важность работы с кадрами для севастопольских больниц. Кроме того, губернатор поручил заранее продумать вопросы содержания новых объектов строящегося медицинского кластера. Конечно, тоже будет большой вызов потом содержания наших новых медицинских центров, и онкологического, и БСМП, и так далее. Потребуются дополнительные средства. Не только по линии ОМС, но, очевидно, придется добавлять. Поэтому надо сразу думать, как мы будем их эксплуатировать. Это очень правильное замечание. Мы предварительно посчитали, но досчитать в увязке со всей системой, о чем министр сказал.